Всем привет! Вы на канале sharagames.ru, и в сегодняшнем видео я покажу, как удалить сообщение и переписку в Одноклассниках, как удалить фотографии и альбом в Одноклассниках и как удалить саму страницу в Одноклассниках. Начнем с переписок. Заходим в сообщение. Для того, чтобы удалить одно сообщение, выбираем и возле него наводим на крестик, нажимаем и нажимаем удалить. После этого обновляем страницу. Все, сообщение исчезло. Так, для того, чтобы удалить переписку, заходим в настройки и нажимаем удалить переписку. Удалить. После этого обновляем страницу. Все, переписка удалена. Теперь переходим к фотографиям. Заходим в фото. Сначала удаляем одну фотографию. Выбираем фотографию, которую хотим удалить. И в правом нижнем углу находим удалить фотографию. Нажимаем. Закрываем и обновляем. Чтобы удалить фотоальбом, выбираем фотоальбом, который хотим удалить. Нажимаем «Редактировать», «Изменить порядок», «Удалить альбом». Так. Обновляем страницу. И для того, чтобы удалить страницу, заходим на наш профиль, опускаемся в самый низ, находим регламент. Опускаемся вниз, вниз, вниз. И здесь находим «Отказаться от услуг». Нажимаем. Укажите причину, по которой вы хотите удалить свой профиль. Пускай вот первая причина. Можно несколько причин указывать. Введите пароль от профиля. Так. И нажимаем «Удалить». Страница удалена. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.